Погода вторит самоизоляции. Солнце над Нижегородской областью спряталось за облака. Небо плачет. По прогнозам синоптиков, капризная погода останется с нами как минимум на неделю. Температурный режим после летних значений сразу стал отставать от климатической нормы на 2-4 градуса. В ближайшие дни преобладающая температура будет колебаться по области от 10 до 15 градусов. Ночные значения плюс 2, плюс 6. Последний будний день этой недели ожидаются интенсивные дожди, вызванные западным циклоном. На следующей неделе температура и режим осадков поддержат вот нынешнюю такую дождливую погоду. В большую часть недели высокая влажность. Также ощущение дискомфорта будут добавлять западные и северо-западные ветры со Скандинавии. И температурный режим будет отставать от климатической нормы. За последнюю неделю обильные дожди уже успели наследить в центре города. На улице Алексеевской, на набережной Федоровского и даже у Кремля. А ранее грунт сходил на Похвалинском съезде и на парковой набережной в Кстове. Что принесет нам эта хмурая неделя, можно только предполагать. Подготовиться к непогоде стоит и садоводам. Заморозков не ожидается, однако прогнозируют некомфортную температуру для теплолюбивых культур, высаженных в открытый грунт. Александра Шеломцева, «Время новостей».